Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05. Он обладает широким спектром антимикробного действия для наружного применения. Ближайшими аналогами КФУ-05 являются широко известные в России препараты мирамистин и хлоргексидин. Антисептиков существует большое множество. Но главная проблема, которая вообще зачастую встает перед мировым здравоохранением, в том, что микроорганизмы, в частности бактерии, они очень быстро приспосабливаются к существующему препарату. История разработки КФУ-05 началась в 2014 году, когда научно-образовательный центр фармацевтики выиграл проект в рамках федеральной целевой программы. В рамках этого проекта в течение 3 лет мы синтезировали больше 100 соединений, исследовали их антибактериальную активность, токсичность, и по результатам этих исследований было выявлено одно наиболее активное соединение. Им и стал КФУ-05. Далее, в 2017 году мы уже подали заявку на проведение доклинических исследований КФУ-05 в рамках федеральной программы «Фарма-2020». Проект получил поддержку. Далее, в середине 2017 года мы представили его на комиссии Минобрнауки в Москве. И с конца 2017 года начались доклинические исследования. В ходе разработки КФУ-05 ученые тестировали лекарственные средства в искусственных условиях. Важнейшей задачей, которую мы ставили перед собой, было создать не препарат, который бы обладал наибольшей активностью среди всех существующих, а создать такой препарат, которому бы микроорганизмы не вырабатывали устойчивость. Специально выращивали бактерии в присутствии нашего препарата, в таких концентрациях, в которых он не вызывал их гибель, и также использовали препараты сравнения. И было показано, что КФУ-05, даже 30-е поколение бактерий, по-прежнему были чувствительны. То есть КФУ-05 действовал на них даже уже 30-е поколение бактерий. На сегодняшний день КФУ-05 обладает рекордной антисептической активностью, подавляет бактерии, грибки, простейшие вирусы. А также он менее токсичен по сравнению с аналогами. До настоящего момента доклинические исследования КФУ-05 завершены, и по их результатам мы можем как раз таки констатировать, что он обладает целым рядом преимуществ перед существующими антисептиками. Прежде всего, это самое главное, на наш взгляд, КФУ-05 препятствует развитию устойчивости микроорганизмов, то есть бактерии и другие микробы к нему не привыкают. Также КФУ-05 менее токсичен, чем существующие препараты. У него благоприятный профиль физико-химических свойств, то есть он стабилен и в водном растворе, он хорошо растворяется в воде. Производство данного препарата планируется к 2023 году, но перед этим он должен пройти все фазы клинических испытаний. Эльвира Зорина, Фарид Захитоглы, Универньюз.